Всем привет, кстати. Давно не снимал, уже соскучился по камере. Кстати, сегодня 22 число, я хочу сказать, товарищи. И завтра мы будем тоже работать. Так что всех с наступающим 23 февраля. По-любому не получишь. Чтобы получить деньги, надо свои. То есть там есть такой принцип. Сидит тот, кто может дольше просидеть, по-русски говоря. То есть... Мы с тобой вдвоем судимся, из нас выиграет только тот. А, я видео снимаю, чувак. Часов 14 минут. Вот сейчас только мой день закончится. Я то пока переоденусь, приеду. В общем, вы видите, у нас цех обустроен, как бы все перекрыто. Самый главный инструмент. Самый главный инструмент. Либо хозяин в этого дома, либо хозяйка, либо дети, либо их гости будут открывать горячий кран, там просто будет идти горячая вода. Им не надо будет ждать, когда стечет холодная там. Помните, первые там 2-3 месяца любого ремонта вы зарабатываете, дальше вы тратите те деньги, которые вы должны были откладывать с первых 2 месяцев. Черная камера, поэтому вот у нас все продолжается. Вот такие у нас технические задания, вот нам присылают. Не знаю, видно или нет. А еще у нас у всех айфончики, которые нам Рувим подарил. Вот такой у нас крутой лидер. Короче... Я, между прочим, хочу обратить ваше внимание на то, что камера находится на телескопической дубинке, которая нас иногда пиздит, если мы плохо работаем. Ну, вас нет, Сенька Стасянов уже, походу, я так понял. Вот. В общем, пацаны... Я горжусь вообще, что я с вами знаком, и я по вам, если честно, очень скучаю. Вот. И, ну, в общем, чего?